Екатеринбург, промышленный центр Урала. Именно здесь в 2013 году началась история производственной группы «Лига». Подобно мировым лидерам в сфере инновационных технологий, первым офисом стал гараж, где собирались рекламные видеоконструкции. Сегодня «Лига» — это компания уже федерального масштаба, которая создает и производит интерактивное оборудование и устройства самообслуживания, рекламные и динамические конструкции. Благодаря производственным и интеллектуальным возможностям мы решаем задачи любой сложности. Среди кейсов «Лиги» — успешно выполненные проекты для крупнейших игроков российского и зарубежного рынков. Многие из них применяются в городской среде, в муниципальных учреждениях, музеях, театрах, метро, торговых и бизнес-центрах. Наш опыт позволяет создавать любые идеи по оформлению, а любовь к своему делу добавляет качества и креатива. Опытные менеджеры грамотно подготовят тендерную документацию, включая техническое задание и экономическое обоснование контракта. Завод «Лига» выпускает современные мультимедийные устройства, киоски самообслуживания, терминалы для оплаты заказов в магазинах и кафе, сенсорные столы, информационные стенды и сенсорные стойки. Мы предлагаем модели с разнообразным оформлением, индивидуальной цветовой палитрой, брендированием, атмосферной подсветкой. Цифровые решения автоматизируют образование, бизнес и городскую среду, включая устройства по программе «Умный город», уличные сенсорные киоски, умные остановки, объекты городской инфраструктуры. Широкая модельная линейка детского интерактивного оборудования позволяет обучаться в игровой форме. Мы готовы решить задачи любой сложности, от компактного оборудования до нестандартных проектов по индивидуальному техническому заданию. Помимо производства самой коробки, мы разрабатываем программное обеспечение, создаем целые информационные системы для навигации и информирования, хранения и поиска данных, видеонаблюдения и нейросетевой аналитики, рекламы и доступной среды. Мы используем инновационные технологии, которые делают жизнь лучше. Производственная группа «Лига». Решение будущего сегодня.